Кто там? Я Солидат. Гонсало, заходи. Я думала, ты уснула и не зашла к тебе. А мы вот тут с Антонией болтаем. Ты только что с работы? Да, задержалась. Ты не видела Рафаэлу? Нигде не могу ее найти. Нет, не видела. Что-то случилось? Нет, ничего. Я хотел поговорить с ней. С ней и с тобой. Ладно, уже поздно. Я пойду спать. Пока. Пока. Доброй ночи. Ты так много работаешь, любимая моя. Да, это верно. День был ужасный. Это я нагрузил на тебя такое количество работы. Ты все время устаешь. Мне очень жалко тебя, Солидат. Разве я жалуюсь? Мне нравится моя работа. Все равно. Усталость сказывается. Помнишь, какой веселый ты была раньше? Полная планов, жизненной силы. У тебя даже на нашу дочку времени не остается. Правда. Бедная девочка. Я ухожу, когда она еще спит, а прихожу, когда она уже спит. Я так скучаю. Ты скучаешь по Валентине, а мы скучаем по тебе. Солидат, наш переезд в Лиму был ошибкой. Но ошибкой вполне исправимой. Давай ее исправим. И вернемся в Майами. Обратно? Да. Там мы будем жить спокойно. Наша дочурка, ты, я. Подумай, Солидат. Здесь сплошные нервы, суета, работа, проблемы. Там тихая, спокойная жизнь. Разве не так? Уехать, а он будет здесь. Я никогда больше не увижу его. Как одиноко мне будет без него. Солидат, что скажешь? Возвращаемся в Майами? Да. Наверное, так будет лучше. Возвращаемся в Майами.